На заброшенной строительной площадке в районе улицы Объездной играли несовершеннолетние дети. Судя по ветхости рельсов и самого башенного крана, стройка заброшенная, а сам кран давно не используется по назначению. Трое несовершеннолетних подростков в районе улицы Объездной, города Анапа, находились и исследовали башенный кран, демонтированный, находящийся рядом с жилым сектором, в результате чего конструкция башенного крана упала, и один из подростков получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, на месте происшествия скончался, второй получил повреждения правого голеностопного сустава, в результате чего был доставлен в Анапскую городскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Один из подростков погиб на месте, второй с переломом стопы находится сейчас в больнице. Третий ребенок не пострадал. Следственным комитетом проводится проверка, привлечены контролирующие структуры, сотрудники Ростехнадзора и муниципальный контроль администрации Анапы. Вопросов много. Почему стройка не охраняется? И как могли дети попасть на опасную территорию? И по чьей неосторожности, халатности и безответственности дети подверглись угрозе жизни? По данному факту следственным отделом в настоящее время назначена техническая экспертиза данного грузоподъемного крана, изъята в строительной организации техническая документация, относящаяся к материалам уголовного дела. Следственным отделом по городу Анапа инициирована проверка в порядке статьи 144-145, по результатам которой возбуждено в этот же день уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Восстанавливаются все обстоятельства произошедшего, лицо, возможно, причастное к совершению данного преступления.